Постоянные напоминания и призывы сотрудников ГИБДД к соблюдению правил дорожного движения не всегда оказываются эффективными. Сегодня ситуации на дорогах Славянского района оставляют желать лучшего. Аварийность растет, цифры статистики не утешают. Каковы причины сложившейся ситуации и как изменить ее к лучшему, выясняли мои коллеги. Внимательны на дороге. Это ставшее привычным для многих выражение имеет довольно глубокий смысл. Но статистика свидетельствует, что люди утратили бдительность. Количество ДТП растет, как и количество пострадавших и погибших. О том, какая ситуация сложилась на дорогах Славянского района, рассказал начальник отдела ГИБДД по Славянскому району Евгений Ильиных. На сегодняшний день в районе произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибло и 15 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Если сравнивать это с цифрами прошлого года, то значит, общее количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 5, в прошлом году их было 10 за этот период, а погибших на 4 человек. В прошлом году погиб один. Вот. По пострадавшим, значит, цифры сохранились на уровне с прошлым годом. Особую озабоченность как со стороны руководства отдела, так и ГИБДД вызывает это, конечно, аварийность по вине пешеходов. За год в автомобильных авариях погибает больше людей, чем в авиа- и железнодорожных катастрофах. И несмотря на это, водители продолжают нарушать правила поведения на дороге. Выезжают на встречную полосу, не желая стоять в пробке. Не пропускают пешеходов, чтобы не тратить свое время. А стоит ли торопиться, если эта спешка может закончиться плачевно? Несмотря на серьезные штрафы и лишения прав, водители по-прежнему садятся за руль нетрезвыми, тем самым ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Задуматься о ценности и хрупкости человеческой жизни необходимо каждому из нас. Об этом в очередной раз напоминают сотрудники ГИБДД. Хотелось бы, конечно, обратить внимание на бдительность как самих пешеходов, так и водителей транспортных средств. Все-таки все пешеходные переходы не дублируются дорожными знаками, поэтому хотелось бы более точнее сказать, что у нас жизнь-то одна у всех, и по сторонам надо почаще смотреть. Это во-первых. Во-вторых, в темное время суток использовать все-таки светоотражающую какую-то экипировку, ну и поменьше находиться на проезжей части. Вот. А к водителям хотелось бы все-таки обратиться на взаимоуважение и культуру. Никто не застрахован от страшных трагедий на дорогах. Главное, будьте предельно внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События».